Это 5-2, посвященный Мудигасу Мамбасу. Я проснулся сегодня, и спасибо Боже, не знаю почему, но мне какой-то странный. Собаки не лают, да и дыма не видать. И к тому же мама приготовила завтрак без меня. Если бы жрал, но не обожрался, наконец не звякнул телочка, которая ей не пустила мыть. Назначила свиданку, но потом, выходя из дома, я подумала, буду ли уже через 24 часа. Надо выдвигаться на свой кабриолет, и стоит он нажать на кнопку, как его заблудить скакать. Остановился у красного цвета, смотрю в зеркала, а у мальчиков не видать. И все круто. Мне взлетнула фильм, а мне так это может. Очень много долёт. Набрал колесонскую силу. В каком парке гоняет баскетбол? Пустите меня на поле, я дам все пристраться. На прошлый день никак нечего делать, забросить перекур. Обвожу нигера, как малый джоги. Не могу поверить, что денёк завелся. Завалился домой и пошел в душ. Странные трусы мне не докучали. Ведь сегодня вчера эти мудили пытались меня завалить. Ведь за видео копов они проехали мимо. Без запара даже не глянули в мою сторону, когда я поехал на перекрестке. Завалился к шорт-догу, он не полил. Йо, MTV рэп, ой, телефон. Что там по игре в кости? Трясика, 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 трясика. Негатого на стол окружены нигерами. Так я всех обставил семерки, семерки и одиннадцати, семерки одиннадцати. Семерки и ловкими бросами, содрав на все баки. Затем мы играли в домино, где я тоже бега. Я нужен дому, вижу в Австралии, я тоже не что они пришли, где не обыгался. Какой-то странный перевод. Вышел из дома колеча прибавка, подвездевка, которая пытается затащить почти 12 класса. Иронично, у меня с тобой был бы фишка, а не травка. Лайкерс отставил супер соник. Пристроился к огромной заднице, иначе пристраиваться свою вечера в ее пещеру. Мой клиент заходил так глубоко, глубоко, что я запах аниме. Разбудил ее где-то час. Она сказала, что я круче осибы, никого не видать. А после я домой, сам хайфуэр, для клуба Клава поехал на трех колеса. Я так рад, что сегодня не была подставка. Высадил я дома и сам умотал. Сегодня день словно где летаешь. Я даже не видел копа со своим немигающим сиреном. И вертолет, и поискал жертвенный вещи. Два часа утра завалился в тэк, бургер. И даже на дирижабле ГТР я увидел Ice Cube крутой. Я не давно, но не блевать не тянет. Ищи дома, а против синий как его утекает. Сегодня мне не даже не пришло шмалять языка. Должь сказать, денёк задался. Это был, кстати, мой первый перевод.